Вот и первый кусок у нас. Конечно, мы ловим чуть поменьше, но начало есть. Красавец какой. Спасибо. Всем привет. Вы на рыбалке с Демидой. Сегодня пришел вот с такой мормышкой маленькой. Не мормышка, микроджиг, вернее. Хочу поймать 2-3 маленьких кушка, чуть меньше, чем этот, и забрать с собой, запустить их в аквариум. Баночка у меня 60 литров, конечно. Но хочу посмотреть, что с этого получится. Поэтому сегодня цель, ну, маленький окунь, совсем маленький. Посмотрим, получится это, не получится у нас. Ну, будем пробовать. Ветер сегодня жесткий просто. Зато кушок клюет. В принципе, пойдет, но, блин. Ладно, иди, спасибо. Ну какой красавец. Еще один. Ну, вот это место. Дальше уже не пойду, наверное. Отсюда начну. Как и раньше, вот откусила хвостик. Откусил окунь хвостик. Раньше просто брал по одной все время этой резине. Всегда когда откусывала, пробовал что-то другое оставить. Но что-то другое не реагировало. В этот раз. Ай, сошел. В этот раз взял только вот эту резину с собой. Ну что, поставили новую. Резина вот такая. В такой речке надо любое окошко использовать. Хоть если оно даже выглядит не перспективно, надо пробовать. Ух ты, какой удар был. Ничего себе. Вот это что-то было хорошее. Надеюсь, на камеру это было видно. Ну вот. Как так, блин? Второй откусил хвостик. Как всегда, место хорошее, но не подойти. Но мы попробуем. Спиннинг у нас 1,80 м. Как и говорил. Куда не подойти, там есть окунь.
Все, малыш, спасибо. Второй сошел. Что ты будешь делать, когда вот опять откусывает хвостик? На такую рыбалку и не запасешься резиной, блин. А, тут поглубже будет. Видно, что ямочка. Посмотрим, как стоит у нас. Как это называется? Я уже укоротил ее, поставил крючок поближе к концу. Хрен. Откусывает. Не знаю, какая это уже сегодня идет. Пятая, шестая резина. Ну ничего, что поделать. Это расходный материал. Оставить открытый крючок. Ну, во-первых, тут зацепов много. То есть буду тогда обрывать и крючок, и чебурашку, и резину. Да и толку, если окон хватает, за самый конец. О, это окушок. О, вот это я понимаю. Ой, упал. Не до воды. Ну, какой красавец. Да. Ну все, спасибо. Таких приятно ловить. Они, наверное, и откусывают. И второй с этой ямочки. Ну какой. Спасибо. Всем привет. Сегодня после работы решил второй раз прийти на эту речку, дабы поймать этого кушка, чтобы сделать этот проект, запустить его в аквариум. Там, похоже, ямка есть. Для этой речки это хорошая ямка. Но этот слишком крупный. Этого мы отпустим. Вот такой. Спасибо. Нам поменьше нужен. Второй. Ну тоже крупный, блин. Спасибо. Третий. Три заброса, три окушка. Тише, тише. Спасибо. Или
Где маленький окунь? Ну все, наверное. Трех взял оттуда и все. Этот покрупнее уже. Но не для аквариума, блин. Спасибо. Или взять тебя, разбойника. Ладно, этого я возьму наконец-то. Упасть сейчас еще. Ну, посмотрим, доживет он, не доживет. Большоват, конечно, но если что, будет меньше, поменяю. Это вот пущу поменьше возьму. Ну, это тоже покрупнее. Спасибо. Вот, это надо окуня брать. Тут наш клиент. Ладно, пойдем дальше. О. Вот это я понимаю, окунь. Как вам такой? Вот это красавец. О, какой. Спасибо. Это я понимаю, на палочку 0,8 до 5, 0,8 до 5 грамм. Напомню, леска 0,12 стоит. Ладно, пойдем дальше. На следующую точку. Вот эта точка. Беру мы спрячем, чтобы у местных не было много лишних вопросов. И будем ловить тут.
Ох, хороший какой. Ой, какой хороший. Ой, бьется. Ой. Ну, иди сюда. Иди сюда. Ну, как вам такой окушок? О, какой. Шикарно, ну грамм 150-200. Спасибо. Ладно, это, наверное, последняя точка. Меняю сейчас им воду. И пойду уже домой. Трех штучек все-таки возьму с собой. Посмотрим, что получится с этого. Ну ладно, всем пока.